moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Сегодня крайне плохая погода. Холодно, не прекращающийся дождь – враг не только футболистам, но и журналистам. Ну что ж, тур никто не отменял, и сегодня в Адуловодах играет «Искра Сталь» против Гагаузии. Во втором тайме будет два гола. Мы сюда за победой приехали, только победа. Нам она нужна. Хорошая игра была, с обоюдно острыми атаками. Да, не использовали момент, мы не использовали, кстати. И из ворот пустых выносили, они два раза, у нас один раз. В общем, по игре, конечно, можно было ничего сыграть. Но фортуна все-таки была ближе к Рыбнице. Ну, у игроков было желание, была самоотдача. Я хочу их поблагодарить за набранные 3 очка, хотя игра в некоторых моментах желает улучшения. В некоторых ситуациях такое впечатление, что наши игроки хотели завести мяч в ворота. Нужно было раньше решать и бить по воротам. Такой футбол. moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.